и мы продолжаем знакомиться с новинками. И у нас на радаре очень симпатичная игра, по крайней мере, вот превьюшка. Девочка-кролик, девочка-мальчик-вампир, суккуб, мальчик с кошачьими ушками, с кроликом, и там вот ангелочек летает. И это все безумно мило. Поехали посмотрим, что это себя представляет, и вначале нам необходимо выбрать сложность. Есть такой вот. Легонькая прогулочка, пикничок, обычный режим и тяжело. Давайте возьмем себя обычный режим. То, как запланировали в этой игре разработчики. Обычные люди. Не всякие киберкотлеты. Это особая демо-версия Теви. Вот, чтобы игроки смогли ощутить опыт ключевой концепции игры. Вот имя. А, здесь их тоже нету. Как странно. Все мои инструменты и оборудование пропало. А затем я поняла, что все вот это окружающее пространство, оно несколько изменилось. Я не помню, чтобы здесь была такая стена. Эй, не смотри на меня. У меня нет ни малейшего представления о том, что происходит. Я просто вот гид по демке. О, гид по демке — это классненько. В любом случае, давай-ка попадем и преодолеем эту стену. Вот там девайсы. Какое-то устройство должен быть с другой стороны. И добрый день всем, кто подключился. Хорошо, я попробую. Так, вот они мы. Это не я прыгаю, если что. Ведь не получается. Теви. О, тут довольно высоко. Ну что, кажется, прошло дело от гиду по демоверсии, наверное. Что это? Тебя там наняли для какой-то новой работы? О, какой-то теневой грязной работы? Да, конечно, нет. Что ты обо мне там такое думаешь? Честно говоря, я не очень-то уверена в том, что происходит. Не очень-то все это понимаю, но... Упс, я имею в виду, что нам в любом случае нужно двигаться, да? Вот. А с своей стороны, я заметила, что вот некоторые предметы выделяются среди этих скал. Возможно, что-то выглядит очень знакомо на эти вот кроличьи ботиночки, которые ты всегда носила. Чё, серьезно? Да, возможно, все твои вот эти вот вещи растащили маленькие отют обитатели каньона. Ты знаешь, как они обычно делают. Давай-ка проверим сперва восточную часть каньона Танатара. Там вы можете вот познакомиться с управлением. С управлением? Что ты имеешь в виду под управлением? А, да так, ничего. Давай вернем тебе твои вещи. Так, стрелочкой, чтобы двигаться, Z, чтобы прыгать. Нам бы сразу сказали, что это гид по демоверсии. Так. Так, когда возникает наверху кружочек, можем взаимодействовать. Нет, мои вещи не дома. Я там уже проверила все очень тщательно. Они должны быть где-то в этом каньоне? Кто вообще такие вещи делает?
атак. X для дальних атак. Так, у папашной атаки у нас без это, а X нам тратит условно ману. Вот неудобно. Ой. Она еще мне в ответ стреляет. Ой. Так, на них лучше не прыгать. Лучше не прыгать, говорю я. И прыгаю на них. Так, мы научили новый скилл. Можем теперь делать вот такой удар. Так, направление очень неудобно. Ладно, надо выпрыгнуть. Так, можем проверить карту. Но до сюда я пока никак не допрыгиваю. Видимо, в этом и фишка. Ой, здрасте. Ай! Чё началось там? Какой-то враждебный котенок был. Да, может, мы научились новому удару, надо его применять. Переключаться между орбиталами. Окей, когда мы покидаем локацию, мобы на локации восстанавливаются. То, что у нас есть 5000 монет, это хорошо. Быть. Допрыгнули таки. Так, заряженный выстрел. Пока если мы долго, короткое время не стреляем, у нас автоматически восстанавливается мана. Когда она до 100% заряжена, то вот мы можем обычный выстрел становится заряженным. Он наносит намного больше урона. Ну и в дополнение, когда разблокированы будут новые орбитальные модули, можем получаться между различными режимами, чтобы наши заряженные выстрелы получили разные формы и эффекты. Можно будет улучшать там. Так. А я так и хотел. Так. О, навсегда увеличит максимальное здоровье на 40. Это хорошо. Рукопашные атаки чаще вызывают стан, и цель не может контратаковать. Так, после того, как цель начинает атаковать, нельзя прерывать их атаки. Окей. О, подлечились. Хорошо. Так, а если мы здесь не спустимся, мы же обратно наверх не поднимемся? А, ладно. Избегайте контакта на урона. Я тоже понял, что надо избегать контакта на урона. Так, ну эти блоки выглядят как что-то ломаемое. Но при этом не ломаются от нашей ульты. Заряженного выстрела. Ой, мимо. Подходим. Что ж такое? В кнопках еще путаюсь.
Так, дайте мне увеличение маны, пожалуйста. Не дают. Печально. И вниз не пускают. Здесь какой-то навык. О, лисичка. А, ладно, что ты мне говоришь, эта лисичка недружелюбная. Так, эта цель атакована. Она начинает светиться желтеньким. Вот, после чего входит в красное доминирование. Желтый это подчиняется. На нее можно наложить отталкивание. А если красная, значит это сильные заряжки атаки и нельзя прерывать. И также он получает меньше урона от рукопашных атак. Окей. Эй. Что началось-то? А если я? Сразу несколько, да? Так, можем открыть эскейп. Открыть меню крафта. Ой, чего тут столько всего-то? Так, трюфели восстанавливают нам здоровье. О, можем улучшить наш даггер. Но не можем, нам не хватает материала. И тебя улучшить тоже не можем, кристальчиков не хватает. Ну, давайте, не дурак. Что-то изготовили. Я бы лисичек, может, и не бил бы, но если я их бить не буду, они же будут меня бить. Так, мы получили крестовую бомбу. Позволяет нам размещать бомбу, которая взрывается перпендикулярно. Так. Хорошо, я ее разместил. А теперь вопрос. Я так красться пока не умею. Ну хорошо, я не даю бомбу. Ладно. На этом спасибо. Не этого я хотел. Так, ну, так высоко прыгать мы не можем, но теперь раз у нас есть бомба.
О, хоть и немножко расходников взяли, съедобные эссенции. Да. Так, что у нас внизу? Ага, да, но тут справа мы не допрыгнем. Ладно, пошли вниз. Ой-ой. Так. После победы над врагом есть шанс, что выпадут материалы. Чем меньше у нас количество материалов, которые у нас находятся, тем выше шанс, что новые материалы выпадут. Потому что есть эссенция магии. Обычно выпадает из механических врагов. Съедобная эссенция попадает из природных врагов, скажем так, растений, животных. Доступ к элементалям можно разблокировать, победив элементальных спрайтов. Редкие осколки, такие как маджетит и мононит, можно найти только исследуя, побеждая определенных особенных врагов или если при определенных обстоятельствах. Ну и так. Ну, я не знал, что тут придется таких вот котиков бить. Так. А если мы здесь разложим бомбу? Да. Навсегда увеличивает урон от рукопашной атаки на 10%. Ну, это хорошо. Это хорошо. Так, а тут мы ходили. О, мы учили новый навык. Когда мы будем находиться в воздухе. Если не ошибаюсь, примерно таким же навыком атаковала наша зверушка в недавней игре Айлури. Вот тоже я... Ай, не так? Так. Давайте не будем кататься в торках. А если я? Плохой котик. Плохой. Так, тут есть зелье увеличения максимального здоровья, если я не ошибаюсь. Так, а где? А я не вижу. Слева? Слева нету. Слева две змеюки и проход куда-то. Ну, пойдем посмотрим, что у нас здесь. Никуда не придем. Ладно, пошли обратно. А, снова с тобой сражаться. Ну, с одной стороны, это шанс что-то нафабрить. Давай, давайте сделаем себе еще одну трюфели. А, можем даже вот взять. Трюфель с кремом. Профитроль. Восстанавливает 25% здоровья за 25 секунд. И повышает защиту на 15 секунд на 45%. Давайте его сделаем. А, для него еще не хватает. Ладно, возьмем еще трюфель. Так, съедобную эссенцию подобрали. Ничего, 1500 монет лежало. Это интересно. Так. Увеличили скорость восстановления маны на 12,5%. Вот, но не заряжается в течение кадров неуязвимости. Видимо. Вот, доступ к секции с сигилами у нас через Escape.
О, нет, не можем, пока только один такой осколок, да? Надо два. А, ну... Метаморфоз. Так. Стоимость 4. Давайте потратим 4. Этот сигил изменяет контактный урон, когда мы сталкиваемся с боссами. Ну, это для боссов. До боссов мы, наверное, дойдем. Так, при входе в город, этот карманный бисквит будет добавлен к нам в наши припасы. И есть достаточно места, если у нас нет другого такого же карманного бисквита. Вот я там получать еду. Так, ну мы увеличили скорость восстановления нашей маны. Так, куда мы пойдем? Нам, по идее, надо вниз, вот под руку в КС, наверное, попасть. Так, аркановая эссенция. Как-то сюда попасть? Нет. Тут мы никак не это. Тут можем сохраниться, конечно. Так, наверх. А как вот сюда попасть? Как-то, видимо, с другого края. Ладно. Так, сюда мы пока не попадем. Бомба же до сюда не достанет? Нет, не достает. Там что-то явно лежит. Комбо-ранки. Когда комбо-ранк достигает A, следующая атака вносит дополнительный урон. Этот урон пронзает защиту врага, и урон увеличивается с нашим уровнем. Окей, давайте попробуем экипировать. По-моему, этот звук говорит, что нам не получилось. Да. Давай тогда тебя уберем. Давай, нам. Мы чаще в рукопашный объем. Ой-ой, матарина. Так, а как нам использовать расходники? Так, кстати, кнопка F сразу кладет бомбу. Ничего себе. Это же можно использовать расходники?
К этому мы подключаем сферу. Так, а если мы просто... Так, это предметы. Предметов у нас будет огромное множество, мне это нравится. Так, ну вот у нас есть расходник. Как у вас есть? Непонятно. Так, карта. И наш персонаж. А, ну вот, показывает. Либо вниз С, либо F. И вот у нас комбо. Базовая комбо на земле. С, 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 4 раза С. Окей. О! Вот она, девочка. Вон они, наши ботиночки. А вот ты где, Тэви. Посмотри, твои ботиночки прям вон лежат. И как они попали в такое место? Да кто знает. Да ладно, не напрягай свои кроличьи мозги слишком сильно, Тэви. Я здесь, чтобы тебя вести. Это как только ты сможешь вернуть свои ботиночки... Ну, когда ты вернешь свои ботиночки? Чё-то, я забыл сценарий. Так, быстренько проверю так заметки. Так, а ладно. В общем, после того, как ты заметишь свои ботиночки, мы сможем отправиться в Моросо. А зачем? Ну, может, чтобы сыграть свидание? Свидание? Вот ты не пойми на свой счет, Вена, но... Извини. Ты меня не интересуешь. Тэви. Не слушай только то, что ты хочешь слышать, окей? Или мне стоит действительно прочистить мех в своих кроличьих ушках? А, ладно, в любом случае, давай уже поотправимся в Моросо, окей? Хочется всеми странностями, которые тут происходят, кто знает... Может, что-то действительно случилось с тем драгоценным вот вафельным домиком в Морозе. Кто? Морозный вафельный домик? Не-не-не. Я должна продолжить исследование. Фух, слава богу, она такая предсказуемая, как и всегда. Ну окей, давай тогда выдвигаться. Давай возвращайся и найди Атерлитх, чтобы проверить, работает ли он. Если работает, то, ну... Тебе поможет. Вот, мне нужно подобрать несколько материалов в пустыне. Поэтому я отправлюсь первой и встретимся с тобой в Моросе. Поняла. Так, окей, давайте все усложним. И у нас есть... кроличьи ботиночки. У нас апгрейд. Кроличьего прыжка, высота прыжка увеличивается на единичку. Теперь можем пойти туда, куда мы раньше не могли пойти. Но все еще не можем пойти сюда. Или можем. Так, нам бы это... Не, сюда мы не можем попасть. Но вот сюда можем. А, ну тут мы были. Подожди, что-то... Ай! Ты как отреспавнился-то? Так, кролик, мне кажется, становится более печальным с тем, чем меньше у нас здоровья. И давайте подумаем,
как нам отличиться? У нас есть два вкусных трюфеля. А, на тап. Ладно. Это было неочевидно, но мы справились. Так, ну давайте поставим еще готовиться. Новые трюфели. Так, может как-нибудь и дэш сможем выучить? Так. Ай-яй-яй. Повторяем старую ошибку уже. Второй раз. Да, третий раз. Ладно. Так, мы не допрыгиваем, да? Мы не допрыгиваем. Неприятно. Ладно, давайте оставим эту курицу летать. Там, где она летает. Ладно, курица пойдет с нами. А то, что момба ставится нам вниз и удар, это не всегда удобно, оказывается. Так, а сможем ли мы допрыгнуть сюда? Теперь должны. Так. Когда у нас счетчик комбо 15 или выше, орбитал наносит на 10% больше урона. Он стоит 5. А, ну что, у нас 9 есть. Может, тогда взять тебя и тебя. Пока. Пусть он себе стоит. Там есть даже где-то должно быть улучшение максимума здоровья. Так, а где? Боже, эта штука просто показывает, что где-то здесь есть улучшение максимума здоровья. Вот на верхней части, где-то на этом экране. Непонятно. Вроде негде, нигде. Все проверили. Нет. Странно. Может, заглючило? Добыли денег. Мы не, вроде все деньги добыли. Окей. Пойдемте отсюда. А, может показывать просто, что мы уже собрали в этой области, а не то, что здесь лежит. Тогда это может быть логично, да? Да, курица двигается быстрее, чем мы. Курица. А как нам вниз прыгнуть? Видимо, никак. Ладно, пойдем снова через верх. И давайте пойдем в этот раз направо. Ой, затянулось.
какую мышку? И тогда что? R. Так, я себя встану. Нет, укатывается. Ладно, мы каким-то научимся делать прилипающие штуки. Так, и здесь... А, здесь мы направо не можем. Может, здесь узкий проход. Мы давайте сохранимся. Вниз же. А, вверх наоборот. Так, пойдем вниз направо. А, ну мы там были. Здесь у нас эта вот курица неприятная. Уходим от нее. Там, может, и девочка стояла? Да не. Там какие-то кошка-мальчики ходят. Они тоже не очень дружелюбные. Уж они на меня тоже атаковать лезут. Я бы с радостью их, может, и не трогал. О, а тогда они будут трогать меня. Да, то, что мы стоим... О, мы сюда не ходили, оказывается. Я видел, что там есть фиолетовый полок на потолке, но я пока не представляю, как его пробить. А, кстати, комбо A мы набиваем. У нас слева-слева у нас есть счетчик комбо. Вон, A даже иногда добиваем. Но это скорее исключение из правил. А здесь мы вроде ходили. Но смысла нам сюда ходить особо нет, потому что мы сюда запрыгнуть всего не можем. Пойдемте направо. Прыжок. Там что-то еще наверху есть. А как туда добраться? А может, будем сверху... Ладно, давайте сюда. О, какая-то зелька. Ее мы взять можем. Нет, не можем. Но чтобы сверху положить бомбу, надо до верха еще как-то добраться. Это как-то сложнее. Ну и подумаем, сейчас у нас получится. Так, сейчас только вспомнить, а где это было? Это здесь? А, давай попробуем. Да, действительно. Спасибо тебе. Получили осколок моноцита. Ой, какая неприятная эта штука. А зачем мы сюда пришли? Бежим. Ладно, он нас догнал. Жаль. Ну, съедобную эссенцию нашли, это хорошо. Так, ну это не решает вопрос, что делать тут. Просто ее поставить мы не можем. То есть можем, но вот ничего не дает. Не, подкинуть бомбу тоже не можем. Здесь бомба не ложится, она просто падает вниз. Так, штука под потолком. Давай поймем, а что за штука под потолком?
Нет, а так мы не достаем. Внизу ежи и кактусы. У нас мало здоровья. Давай тут поедим. О, можем? Мы можем сделать апгрейд нашего кинжала. Больше урона, если здоровье меньше 30%, то восстановим одно здоровье, побеждая врага. Давайте. Так, в углу комнаты слева. В углу комнаты слева. Наверху, в верхнем углу или в нижнем? Так. Ай-яй. Забраться. Так, мы его убили. Так, в углу комнаты. Это не здесь. Здесь? Здесь вроде тоже ничего нету. Так, здесь вообще ничего нет. И более того, мы сейчас тут не спустимся. Так, слева сверху, слева сверху. Окей. Погнали слева наверх. Сюда? А мы до сюда не допрыгнем. Еще слева вверх, если пойти. Посмотрим. Или в прошлой комнате слева вверху. Мы даже вот сюда сейчас запрыгнуть не можем. Даже с увеличенным прыжком. Что очень странно. Ладно, давайте спускаться. Да, мне кажется, тоже. Двойной прыжок тут явно есть. И дэш тут тоже есть, судя по конструкциям уровней. Он говорит нам двинуться в морозе. Так, нет времени, чтобы спать, надо сперва отправиться в морозе. Ну, давайте отправимся в морозе. Потом уже научимся всяким прыжкам. Метроидвания, поэтому мы не сразу во все места можем попадать. Окей. Айтерлит работает. Так, Селия, Сейбл, мы здесь. О, это у нас были... Боже, в морозе туманно, как всегда. Да? Так, я чувствую, что мне нужно вернуться обратно в Вальгаллу. Просто чтобы подышать свежим воздухом после всего этого. Ах, как же хорошо вернуться. Я так скучала по этому месту. Боже, я думал, это просто сферы. А он, оказывается, там мальчик с девочкой. А я скучала по вафлям. Ладно, вы тут должны быть моими помощниками, а не туристами. Но... Тут нет других трудоголиков, кроме тебя, Селия. Ну и кроме того, кто будет работать, кто сможет вообще работать на пустой желудок, да? Немножко вафельной индульгенции, время от времени, тут ультимативная трошка. Надеюсь, что с вафельным домом в морозе все в порядке. Если что-то с ним случилось, я просто выбью все дерьмо из того, кто за это ответственный. Окей. На нашем пути сюда я просто подключил доступ к вальгальской интернет-сети, и там не было никакого упоминания про вот изменения окружения.
в этой области. Поэтому... Что бы там ни случилось, это неестественно, и как-то оно ускользнуло из-под радара. А говоря о неестественном, хочу заметить о том, как неестественно сейчас ведет себя Вена. Как будто она следует чьим-то инструкциям. Да, она была супер неуклюжей какой-то. Ага. Тебе это лучше знать. Я можно сказать, как... чья бы корова мычала, наверное. Так, можно подобрать. Слушай, ну она, очевидно, связана со всеми странностями, которые тут происходят. Но чьим инструкциям она следует? Кто бы стал ее к чему-то привлекать и зачем привлекать в это меня? А, в любом случае, Вене действительно нужны уроки актерского мастерства, если она хочет действительно попытаться кого-то убедить. О, а можно я буду бегать вот за мальчика, который там с крылышками? Ладно. Можно и за мальчика. А, я сюда не пойду, пока. Я пока даже с платформы вниз спускаться не умею. Что ж, похоже, что вафельный домик все еще здесь. Слава богам! Мы в безопасной области находимся, и они в битве. У нас автоматически восстанавливается все наше здоровье. Привет, Мия. Есть какие-нибудь сегодня особенные вафельки? Вафельки? А что ты имеешь в виду? Мы тут только крепы готовим. Крепы, я полагаю, такие блинчики. Э? Но ведь это же морозный вафельный домик. Вот, так указано прямо на витрине. А, я никогда этого не замечала. Ха, как интересно. На витрине, значит, написано «Вафельный домик», а мы готовим только крепы. Ну, дай-ка посмотрим, может, я что-то смогу для тебя особенное приготовить. Да, спасибо. Никаких вафелек. Это был какой-то ужасный кошмар. Ночной, да? Что значит никаких вафелек? Так, ну хоть и кошка-мальчик, и кошка-девочка меня не атакуют. Уже спасибо. Так, с тобой можно поговорить. И он, судя по всему, он робот какой-то. Судя по тому, как он себя это, ведет, что он говорит. Ой-ой, звук куда-то пропал. Ну, сейчас быстренько звук вернем. Где звук? Вот звук. Ах, что такое? Верните звук, пожалуйста. В общем, ну, новый тип. Магической технологии, разработанной писки и пирамид хранительного вместе с людьми. Меня зовут Стив, и моя работа — помочь тебе и обеспечить твою безопасность. Окей. А еще у вас тут есть возможность навсегда увеличить мою максимальную ману, наши 80. Так, когда у моей маны выше 100% в течение состояния дней битвы, уменьшено восстановление маны. Окей, то есть вне битвы мана не восстанавливается. Но восстанавливается до 100. Здрасте. Я выйду. Так, эти области недоступны в демо-версии, говорят нам.
О, Вена. Нет, не сюда. Только не говори мне, что ты забыла. Мы же всегда встречаемся вот в пустынном переулке. Что? В пустынном переулке? Шиш, Вена. Что за какие-то странные и грязные делишки ты планируешь делать со мной, а? В таком пустынном переулке, да? А, да ладно. Давай уже серьезнее, Теви. Я вот посмотрел, как ты сражаешься. Довольно уже очевидно, что ты уже вся покрыта ржавчиной. И моя работа — это вернуть тебя вот в превосходную форму. Что, меня будут перерабатывать? То есть нас убрали вот к сцену, чтобы показать капельку. Не-не. Да ладно. Пойдем. Пойдем двигаться дальше. Итак, вот, собственно, основа нашей ситуации. Понимаешь? Не совсем. Можешь ты объяснить снова, зачем мне нужно сражаться с тобой, прежде чем я смогу покинуть Мороз? Ну, как я и сказала, мне надо убедиться, что ты в превосходной форме. И, в общем, просто вот не задавай вопросов, окей? Боже, то есть ты заманила меня сюда, чтобы сразиться с тобой? Черт побери тебя и твои грязные делишки. Почему ты просто не можешь мне рассказывать, кто тебе все эти приказы отдает? То есть ты поняла, что я на кого-то работаю? Что ж, мне следовало ожидать, что кто-то с таким острым умом действительно это заметит. Но пока еще я не могу тебе этого сказать. Но если ты хочешь знать, то сперва тебе нужно победить меня. АС. Ой, ты кто такой? Так, тактическое меню. Нажмите Tab, выберите расходники. Когда обнаружен специальный баф или дебаф, он будет красный цветный знак. Окей. А, вот. Атака увеличена, но защита уменьшена. Окей. Как уж стал здоровье.
Я не знаю, где ее хвост, может быть, под юбочкой. Фью. Боже. А ты не так уж и ослабела. Какое облегчение. Наше сражение, это было всего лишь частью моей работы. Поэтому поражение не считается, не идет в твою табличку побед. Окей? Да ладно, без проблем. Это всего лишь капля в океане того, сколько раз ты мне проиграла. Вена. Так твоя работа была просто проверить нас? Уже хвостик, на самом деле у нее может быть... Там много места еще есть, где спрятаться ее хвостику. Даже несмотря на то, что у нее очень маленькие шортики. В конце концов, некоторые могут хвостика наверх поднимать. Может, у нее за телом спрятан. А может, у нее нет никакого хвостика. Но ушки хотя у нее есть. Не знаю. Да нет. Не только это. Три странно выглядящих какого-то человека наняли меня, чтобы я следовал инструкциям, которые они мне вот выдали. Они сказали мне, что после того, как вот окружение изменяется, ты потеряешь много своих способностей и оборудования, что сделает ту миссию, на которую ты пойдешь, очень опасной. А моя работа в качестве гида по демоверсии — это помочь тебе собрать твои вещи и подготовить тебя. Сперва я не могла в это поверить, но когда я с тобой встретилась в каньоне, я поняла, что то, что они сказали, это правда. Окей, вот, значит, и что дальше? Те люди подготовили подарочек для тебя. Как они сказали, это может поможет тебе испытать большую часть игры, что бы это ни значило. Можно найти ее в магазине в городе Анатема, что находится к востоку отсюда, через леса. Три странно выглядящих человека, говоришь. А что касается тебя? Я просто хочу помочь тебе, конечно, но они также сделали мне предложение, от которого я не могу отказаться. Такое, значит, большое предложение? Эй! Для меня это редкий способ по нему подняться, так вот. Иначе я не смогу продолжить вот R&D в моем оборудовании и смогу, в конце концов, улучшить свою диету и питаться не только грязью и зернышками. А в любом случае, теперь, когда ты уже до половины узнала то, что происходит, вот этим с инцидентом в Анатеме. R&D, Research and Development. О, спасибо, надо будет запомнить. Довольно редко встречают это сочетание. Возможно, чаще встречать всякие sci-fi стратегии, там это было бы более часто употребимое сочетание. R&D, Research and Development. Окей. У нас на русском ближайший ответ не окр. Научно-исследовательские разработки и конструкторские решения. Научные исследования и опытные конструкторские решения. Помню, как так расшифровывается. В общем, последнее, что сказали эти трое, ответ лежит в глубине вот дворца Анатемы. В общем, вот. Вот все, что они мне сказали сделать, а остальное вот тебе. Подарок от трех таинственных дарителей. И, значит, дворец Анатемы. И ладно, давайте быстро посмотрим, что за подарочек они нам подготовили. Получите подарок из магазинчика в Анатеме. Говорит, к востоку. Ну, пошлите на восток. Тут вроде мирная область. Так, добавлены новые крафтовые опции. Окей. Вроде здесь.
Он говорит, а восклицательный знак горит. Это то место? А, ну вот, как раз. К западу от Морозу есть пустыня Гурун, а к востоку, вот, соответственно, леса Вердоун и Гламбоут. Между там есть город Аннатема. Вот это вот такие географические познания. Значит, нам сюда. Так, позиция на карте обновлена. Так, можем открыть таб, открыть тактическое меню, нажать C, переключаться, чтобы между маркерами. А, можем пометить что-то, что мы, например, не знаем. Окей. Пока ничего помечать не можем. Ладно. А ну зачем они тогда были здесь? Они утянулись? Ага. Мы только на самый не сможем поставить. Окей. Потом, видимо, будут бомболипучки, да, это так думаю. Так, мы учили бросок кинжала. Это бросок кинжала, как его. Так, земной элементаль мы получили. Так, еще раз. В рукопашной битве можем нажать на Z. Или нажав кнопку D. Из Z. А, ну это в битве. Сражаемся, нажимаем Z, чтобы подпрыгнуть. И потом нажимаем X, чтобы выполнить бросок кинжала. Непонятно пока. То есть мы должны быть в рукопашной битве. Сделать прыжок. А, ну вот. Сложно. Для этого явно нужен геймпад. Так,
чем меньше у нас материала, тем выше шанс выпадения материала. Ну, давайте используем наши материалы. Что, у нас много еды, поэтому давайте приготовим. Это приготовить не можем. Ух, ну мы даже такое можем сделать. Последний выстрел Сейбл, типа А, заряженного урона улучшен на 150. Давайте. А, вот такой вариант. Па-п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 а-бабах. Ну, давайте скопируем. Так, скорость атак. Можем отменить рукопашную атаку, нажав вниз кнопку. И комбо следующих атаки будет увеличено. Но это мы пока не можем. Можем скорость атак взять. Вроде. А, как бы то ни было, пойдемте дальше. Я так не играю. Они зельку это положили. Так, ну давайте попробуем. Так, что у нас здесь какая-то зелька лежит? Вот скажем, что вот что-то ценное здесь лежит. Или можем указать, что вот, вот здесь лежит. Вот так вот. Смотри внизу. Вот так вот. То, что мы не смогли пока дотянуться. Смотри-ка, этот камень не разбивается. Дожили. Сюда. Так, и что делать? А, у нас есть такая заряженная карта.
можем запрыгнуть наверх. Здесь. Новый навык повышен. Базовая комбо. Можем оперативно. Вот так. Окей. Окей. Ой-ой-ой. Давай тебя обратно. Так, как бы нам тебя ударить? Вот так. Так, идентификация для нашего. Вот такую атаку. Окей. Так, мы можем синтезировать новые глифы. Вот там плюс 10%, плюс 20% скорость восстановления в течение битвы. Хочу больше профитролей. У нас даже на еще один профитроль хватит. Давайте объединимся профитрольками. Будем таким толстеньким кроликом. Так, кажется, прибежали. О, мы в Анатеме. Вот, прямо отсюда ты можешь увидеть гигантский дворец. Я знаю, что ты хочешь пойти во дворец, Сейбл. Если то, что сказала Вина, это правда, тогда вот ее вот, грязные повелители собираются нам там помочь. Но к тому же нам не стоит забывать про тот подарочек. В конце концов, мы можем разобраться, что там происходит в этом дворце, полагаю. Я слышала, что этот дворец проклят, и обычные люди даже не могут туда войти. Но... Ладно, давайте перейдем уже к действию. Они, конечно, миленько разговаривают, но давайте перейдем уже... Побежали изучать. Так, это все дружелюбные ребята. Так, вот здесь дворец. Нет, не здесь. Так, но здесь есть магазинчик. Здрасте. Ого. Увеличивает дальность рукопашных атак. Ранг комбо быстрее набирается.
скорость передвижения. Может, пока мы находимся в воздухе, быстро так скакать. Тишит 50 здоровья после получения 8 удара, но можно использовать только один раз за битву. Но это, я думаю, все равно полезно. У вас все то же самое? Не, вы хотите поговорить. А, это вот ведьма Сиси. Добро пожаловать, искатель ПВП-зелий. Чем я могу тебе помочь? Я слышал, что люди вот для меня подарочек оставили. Посылочку? А, да, так и есть. Да, три необычных странника пришли и оставили парочку ботиночек для милой девочки-кролика с двумя парящими сверками. Возможно, это ты, да? Да, в этом не может быть никаких сомнений. Так, это еще одна пара ботинок? Сколько пар ботинок тебе нужно одевать за раз, а? Это просто катастрофа моды. Ну, как ты знаешь, я могу передвигаться и на четырех лапках. А ботиночки были с Яном там. Он продает всякие тринкеты. А стоимость от предмета 0, поэтому вот можешь найти у него в магазине. А также те странники также хотели, чтобы побыться. Что ты правильно сможешь их использовать на той месте, которая тебе предстоит. К будущему с этим вот, который ждет тебя во дворце. Ладно, все же знают, насколько опасен этот дворец. Какая вот безвкусная шутка была предположить, что такой вот милой девочкой, как ты, брать и просить туда пойти. Окей. Но это действительно то, что мы планируем делать. Что, ты собираешься отправиться во дворец? Подожди, ты серьезно? Абсолютно серьезно. Мы думаем, что ты сможешь нам помочь. Дашь нам знания о том, что такое зелье, что это вот за дикей. Ну, не беспокойся, мы знаем, что делаем. Но если ты говоришь, огонь в твоих глазах действительно вот уже горит. Когда ты была такой же амбиционной девчулей, что и ты. Вот, поэтому я знаю, каково это. Ладно, я постараюсь помочь тебе. На вот эти вот уровни отложения. Вот они намного сильнее, чем мои зелья. Чем то, с чем мы могут бороться мои зелья. Однако, ты можешь найти что-то, что может действительно помочь. Вот в деревне Ульскан. О, деревня Ульском? Да, я слышал, что странствующие торговцы, они говорили. Так это, вдалеке есть деревья на отшибе, на краю зачумленного леса. Вот, и люди там как-то вот, там много вот этого отложения, но люди живут. А что же за люди такие могут выживать в подобном месте? Я в деталях не уверен, но похоже, что жители нашли что-то, что вот может противостоять этим коррозивным эффектам. Я тебе отмечу локацию на карте. Вот, а также вот несколько базовых зелий, которые могут тебя пройти. Также вот здесь можно найти. Окей. Давайте уже выдвигаться. Там ботиночки, я хочу примерить ботиночки. Пожалуйста. Так, вот бейдж, который цитирует наемника. Если мы хотим принять различные подмиссии, мы надеваем бейдж. И она тебе будет давать дополнительные какие-то задания. И также небольшую зельку дали нам.
Еще у нас есть расширитель сумки. За 3000 у нас 11 тысяч. Я думаю, можем позволить себе расширитель сумки взять. Так, навсегда вычит максимальное здоровье на 40. Урон от атак. Ну, это вообще все очень полезное зелье. Ну, давайте вернемся. Посмотрим, что у вас есть. Где у вас ботиночки бесплатно? Вот. А, нас научили дэшу в воздухе. Это хорошо. Давайте еще один ботиночек купим, чтобы скорость передвижения увеличить. Оно все складывается, да? Дальность рукопашных атак увеличим. Ну и пока, наверное, все. Так, а как нам научиться дэшу? Так, молодой человек, скажите, пожалуйста, что там ждет? Так, окей, нам не скажу, что там ждет. Ну, пойдем направо. Так, а там говорили, дэш какой-то есть в воздухе. Мне же не показалось? Начальник поезда, Рис. А сейчас поезд ремонтируют. Если хочешь путешествовать, то тебе нужно подождать. Поезд еще не готов. Конбосс, мы продали уже все билеты сегодня. Пожалуйста, проверь позже. Билеты вы, может, и продали, но вот положение паузы между восстановлением маны после использования заряженного выстрела уменьшено на четверть практически. Вот, уже не зря сюда сходили. Я полагаю, тут множество подобных сюрпризов спрятано. В конце концов, такой вот мир Трейдвания с милыми человека-зверушками. И исследовать тут много-много всего. Еще надеюсь, что мы научимся красться когда-нибудь. Делать по поводу дэша. Ну вот, высота прыжка, скорость передвижения, а, это урон от дэша. Не, позволяет нам дэшиться. Окей, а как нам дышится? Так, это все заряды, которые можем у нашим компаньонам обучить. Так. Дополнительная комбо. А, ну вот, дэш. Левый контрол. Так, ну мне скоро пальцы закончатся на левой руке. Ну давайте просто протестируем, что оно работает. То есть безымянным пальцем нажимаем на Z и мизинцем нажимаем на контрол. По идее, если прыгнуть, вот это можно сделать. Но при этом у нас атака идет на C и выстрел на X. А еще средним пальцем надо иногда обменять наших фамильяров. В общем, полагаю, тут в основном все заточено на геймпад. Ух ты, а так можно? Нам надо найти возможность уменьшаться где-то. Там зельку уже одну нашли, но
Это можно уже изучать потом. А пока давайте завершим. И перейдем, наверное, к следующей игре. Так. И тогда главный вопрос, возможно, у нас есть меню. С различными заметками. Про предметы, приключения. Это все хорошо. Карта. Может так? Так, ну это настройки. А выход же тоже у вас должен быть? А, вот. В самом низу. Запрятали, чтобы зашел в игру, и уж точно из нее не вышел. Ну и кошка безумно милая. Полагаю, что в дальнейшем он становится и безумно сложный, к тому же. Большое спасибо за просмотр, и увидимся через несколько минут.